Я знаю, у тебя может возникать вопрос. Какого хера? Ты вернулся из концлагеря, но видоса все еще нет. Какого хера? Вот я здесь и видос, да. Да. Правда, это Майнкрафт. Не серчай. В чем у нас тут заключается цель нашей серии сегодня? Вообще, я хочу найти корову. Вот корову я бы нашел, что. Вот буквально 2-3 недели меня не было за компом. 2-3 недели я не снимал видео, я уже не знаю, как говорить на камеру. Да я, в принципе, никогда не знал, как надо говорить. Big brain, big brain. Короче, в чем прикол? Корова. Надо найти корову. Я немного расширил ферму для каждой культуры животных. Вот эта штука, она работает, но очень медленно. Но работает, но работает. В общем, моя задача сейчас найти корову. А, еще я скорректировал в мир в 1.14.4, и хер его знает, что нас ждет в следующих чанках. Нас там может все что угодно, буквально все что угодно. Почему на поиски коровы приходится уходить в какую-то жопу? Я всего лишь хочу найти гребаную корову. Это не смешно. Джунгли. Одного тропического дерева я бы не отказался, если честно, потому что, ну... Бобы, бобы, понимаете, бобы. Фасоль, сука, фасоль. Тропическое дерево еще такое... О. Серьезно? Не смотри на меня так. Ну хоть. Может быть саженец, нет? Пожалуйста. Один саженец. На благо развития нашего капиталистического производства. Ладно. Допустим. Что, подожди, что? Yes! Он выпал, все же. Я вижу цель. Даже две. Лучший подарок на Рождество, ребята. Не ты, скелет. За мной. Две коровы, это просто, это чудо. Я никогда не думал, что я наткнусь на такое. Господи, ночь наступает. Нет, нет, товарищи, мы должны достигнуть нашей цели. Да хотя мы не успеем, господи. Я как Ленин. За мной тоже очень много людей идет. Начинается. Овцы, защищайте коров! Защищайте их! Охренеть, прям кортежем идем таким. Да, и такое случается. Жестко, жестко, жестко. Давайте. Мы должны дойти. Керперы. Зомби. Эй, товарищ. За нами. Don't touch my cows! They're my comrades! Во имя капиталистического труда! Там стоят вражеские снайперы. Нам придется обойти их с юга. Или с севера, или с запада. Фух, нам придется их обойти. Где вторая корова? Идем, идем, идем. Осталось только перейти этот перевал. Господи, ну почему всегда у меня все выходит как из жопы? У нас уже не осталось овец. Наши дружные комрады опсы. Овцы бывают любой нации. Мы почти у дома, мы почти добрались. За мной, товарищи, за мной. Нет! Нет! За мной, за мной. Нет, не трогай моих товарищей!
Беги, беги, товарищ, беги! Давай сюда, давай. Мы почти у цели. Мы почти дошли. Давай, 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 давай. Я прикрываю. Мы почти дома. У меня только одна корова. Вторая пала жизнью храбрых. Жизнью храбрых. Пала смертью храбрых. Она была героем. Что ж, я нашел корову, но правда только одну. И это меня расстраивает. Нормально, неплохо, четко, классно. Свекла пошла в жопу. Никогда больше не буду жрать свеклу в этой игре. Потому что свекла почему-то не работает. А вот и сезон подошел. Арбузы выросли. Наконец-то. Кстати, как вы могли заметить, я уже поставил тут раздатчик. Но правда только один. Могу вас заверить, что это дело работает. Черт возьми, найти корову — это тупо приключение, понимаешь? Найти корову. Корову, понимаешь? Мне уже везде кажется, что корова. Мне показалось, что спрут — это корова. Коняки. What the fuck? Это птица? Подожди, это реально птица? Попуг, понимаете? Попуг. Попуг! Эй, попуг, давай за мной! Братан, давай сюда! Офигеть! Иди сюда, братан! Ля, какой он классный! Эй, давай сюда, давай сюда! Что это был за звук? Что? Нани? What the fuck? Он у меня на плече сидит. Это он такие звуки издает? Охренеть. Жесть. Как тебя назвать, а? Тупо личный попуг. Это так классно. Это он звуки взрыва крипера издает? Господи, это самая опасная птичка на свете, потому что я так ссусь от этого звука. Блин, куда в тебя посадить? Какой он классный, капец. Как тебя посадить, алё? Слезай давай. Блин, как посадить попуга? Реально. Ну слезай давай. Я хочу его на окно посадить, короче. Блин, он на меня сел. Ты тебе будешь под ним стоять, он на тебя сядет. Охренеть. Если ты в шифте прыгнешь, он с тебя слезет. Офигенно. Я тебя вот здесь посажу. Блин, какой он классный. Тупо личный попуг. Это же так охеренно. Стой, куда? Нет, подожди. Куда ты? Сидеть. Блин. Жесть. Попуги в Майнкрафте. Мне их в реальной жизни, правда, хватает. Но тут еще и в Майнкрафте они. Это тупо же есть. Попуг. Попуг. Одно остается, так скажем, грустным. Вы помните эту корову? Так вот, я отправляюсь на поиски ее сородичей. Только надо будет сделать это после захода солнца, потому что, ну, по объяснимым причинам, как бы. Можно отправиться в джунгли, там тоже есть корова. Вроде там ходить тупо нереально. Сосед, спасибо за твое, так скажем, дружелюбие и твои любимые вот эти вот работы, так скажем, которые ты так любишь. Всякие тук-тук и все прочее. Спасибо тебе, сосед, ты лучший человек на свете.
Мне нравится музыка в Майнкрафте, кстати. Вот по саунд-дизайну Майнкрафт это одна из самых, наверное, классных игр. Потому что звуки здесь, они прям подходят игре. Как будто бы сам Кодзима подбирал звуки для Майнкрафта. Интересно, если бы Кодзима выбирал звуки для Майнкрафта, Майнкрафт звучал бы как Metal Gear? Может быть, может быть. Никто не знает.